Спустя 80 лет со дня гибели в бою под Сталинградом солдат Красной Армии Александр Солоденко был перезахоронен на малой родине. Уроженец деревни Рядовичи Сорокинского района ушел на фронт в 20-летнем возрасте, был сапером. За многочисленные боевые заслуги Александр Солоденко награжден медалью «За отвагу». По ней идентифицировали останки, которые нашел в 2021 году поисковый отряд «Авангард». Сегодня солдата Красной Армии предали земле на местном кладбище близ деревни Рядовичи. И вот сегодня ждали, что привезут все-таки на родную землю. Это, я так считаю, лучше. И, наверное, возможно, души их успокоятся. Очень, конечно, это благодарный труд поисковиков. Хочется им сказать огромное-огромное спасибо и искренние слова благодарности. Сегодня такой знаковый день, потому что сегодня годовщина завершения Сталинградской битвы, а он, выполняя подвиг, в январе 43-го года совершил подвиг, был представлен к награде, получил ее, а уже летом в 43-м под Курской дугой, ну, как мы понимаем, что он там погиб. Отмечу, что в Сорокинском районе за последние 3 года это уже второй случай передачи на малую родину останков погибших воинов Великой Отечественной войны.